Қайлығын құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық ғаланына қош келдіңіздер. Бүгінгі баспасөз конференциямыз жекешелендірудің екінші толқынын іске асырудың нәтижелеріне арналып отыр. Добрый день, уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас на информационной площадке службы центральной коммуникации. И тема сегодняшней пресс-конференции – итоги второй волны приватизации и реализация объектов второй волны приватизации. И сегодня у нас в гостях уважаемый вице-министр финансов Республики Казахстан Берик Шолпанкулов. Также позвольте представить наших гостей. Председатель правления акционерного общества, информационно-учетный центр Жанас Албегалиевич Оспанов и директор департамента политики управления государственными активами Министерства национальной экономики Республики Казахстан Илона Альбертовна Шварцкоп. И первое слово мы предоставляем господин вице-министр. Пожалуйста, Берик Шолпанкулович. Қайырлы күн, құрметті кездесу қатысушылар. Бүгін мен сіздерге жекешелендірудің екінші толқынын жүзеге асырудың үш жылдық нәтижесі баяндаймын. Өздеріңіз білетіндей жекешелендірудің екінші толқыны 2014 жылдың маусым айында басталған болатын. Содан бері бүгінгі күнге дейін барлығы 447 объекті сатылды. Сату бағасы 125,4 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде 29 республикалық меншік объектісі сату бағасы 10,8 миллиард теңге, 214 коммуналдық меншік объектісі сату бағасы 19,2 миллиард теңге, 97 ұлттық холдингтердің объектілері сату бағасы 88,6 миллиард теңгені, 107 әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялардың объектісі сату бағасы 6,8 миллиард теңге. Түскен қаражатты 71% ұлттық холдингтерге тиесілі. Бұл әсіресе Самұрық-Қазына объектілері 82 миллиард теңгені. Сатылған 447 объектілерінің 199 жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер иелеген. 157 объектіні заңды тұлғалар, инвесторлар сатып алған. 90 объектіні осы объектілердің қасу үйлестерін үйленушілер сатып алған болса, бір объекті IPO арқылы мыңдаған азаматтар сатып алды. Сатып алушылардың географиясын келетін болсақ, олар жалпы Қазақстанның барлық аймақтарының қатысты. Әсіресе Алматы және Астана қалаларын жоғары қызығушылығын танытты. 2016 жылдағы жекешелендіруден айтатын болсақ, бұл жылы 30,7 миллиард теңгеге 147 объекті сатылды. Және осы жылы жекешелендірудің қарқыны өсі 2005 жылмен салыстырғанда 40 объектіне көбірек сатылды. Бұдан басқа 2016 жылы топ объектілер деп аталатын ірі компанияларды сатып бойынша дайындық жұмыстарын бастадық. Кешенді жоспардағы орындар олардың жалпы саны 68 үйімді құрайды. Топ объектілерінің нарықтық құнын анықтау үшін және жекешелендіру бойынша келіс сөздерді жүргізу үшін тәуелсіз консультанттар тартылады. Жекелеген ірі компанияларын стратегиялық инвесторға немесе қор нарығына шығару жолымен сатылатын болады. Кейбір топ объектілерін жекешелендіру бойынша заңнамада көрсетілген мынандай міндеттемелермен сатылатын болады. Бірінші, жекешелендіру объектісінен тартылған инвестициялардың көлемін, түрлерін және мерзімдерін көрсету. Екінші, өндіріс көлемінің белгілі бір деңгейін қамтамасыз ету. Үшінші, табиғатты қорғау іс-шараларын жүргізу. Төртінші, қызмет бейінге сақтау. Бесінші, жұмыс орындарын сақтау немесе жаңа жұмыс орындарын ашу. Алтыншы, штат санын кемінде 3-2-сін Қазақстан Республикасы азаматымен қамтамасыз ету. Жетінші, өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін бұрыннан қалыптасқан тәртібі мен пайдалану шартын сақтау. Сегізінші, кредиторлық берешектегі белгіленген мерзімдерде өтеу. Тоғызыншы, жалақы бойынша берешекті өтеу. Кешенді жоспардағы кәсіп орындарды 2008 жылдан соңынан дейін аяқтау бойынша мемлекет басшысының жолдауында тапсырмасын орындау үшін нанды жұмыстар жүргізілді.
ағымдағы жылды кешенді жоспардағы қалған объектілерінің кемінде 80% сауда саттыққа шығару мақсатында әрбір объектін бойынша талдау жасалды. Сауда саттық шығару кестелері қайта бекітілді. Әрбір объектін бойынша жол карталары әзірленді. Жол карталары мемлекеттік мүлік тізілімін веб-порталында енгізілді. Нәтижесінде 131 объекті 2019-2020 жылдарға сату кестесінен 2007-2008 жылдарға ауыстырылды. Одан басқа мемлекеттік және квазимемлекеттік сектордың кәсіпорындарға жүргізілген түгендеу нәтижелері бойынша қосымша 103 объекті 2007-2008 жылдарға сату кестесіне енгізілді. Нәтижесінде 2007 жылы 493 объектіні, ал 2008 жылы 102 объектіні сатып жоспарланып отыр. Ал 2009-2020 жылдарға тек Самұрық-Қазына 17 ірі компаниясы спецификалық ерекшелігіне байланысты қалдырып отыр. Оның ішінде 13 топ объектілері бар. Ағымдағы жылы 137 объекті сауда саттық шығарылып, оның 40 сатылды. Сату бағасы 5,4 миллиард теңгені құрайды. 93 объекті тартылу және қайта құру сатысында. 97 объекті сауда саттыққа шығарылған. Одан басқа, ағымдағы жылды маусым айының соңына дейін 14 объекті, ал шілде айында тағы 50 объекті сауда сатқа шығару жоспарлануда. Мемлекеттік мүлік тізіліміне енгізілген жол карталары әрбір объектілер бойынша барлық іс-шараларды қамтиды. Оларды мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталына орналастыру, жариялылық пен ашықтығын қамтамасыз етеді және жекешелендіру процесінің тиімділігін артырады. Бұдан басқа жекешелендірудің ойдағыдай жүргізу мақсатында бірыңғай ақпараттық деректер базасын құрдық. Бұл деректер базасы объектілер туралы барлық ақпаратты қамтитын бір терезе қағидаттары бойынша құрылған және барлық пайдаланушылар үшін өте қолайлы. Сатушылар деректер базасын тұрақты түрде жаңғыртып отырады. Объектілерді сатып барысын мониторингілеу үшін онлайн режимінде мониторинг электрондық жүйесі енгізілген. Электрондық мониторинг жол карталарының орындалуы барысы туралы есептік ақпараттық қалып тұрсырға мүмкіндік береді. В целом, уважаемые участники, хотел бы отметить, что в рамках исполнения комплексного плана, начиная с 2014 года по 2016, по текущий год, продано 447 объектов на сумму 125,4 миллиарда тенге. На основную долю, конечно же, в сумме занимает холдинг «Самрук-Казна» 82 миллиарда тенге, оставшиеся распределены между республиканскими и коммунальной собственностью. В 2016 году хотелось бы отметить, что 147 объектов продано на 37 миллиардов тенге. Возросла скорость приватизации с учетом внесения изменений в законодательство, где упрощены были процедуры. И на 40 объектов мы продали больше, чем в 2015 году. География покупок представлена по всему Казахстану широко, но наибольший интерес у предпринимателей – это город Алматы и Астаны. Если рассматривать, то в городе Алматы 48 представителей города Астаны. В 2016 году начали предпродажную подготовку по крупным объектам, балансовая стоимость которой превышает 5 миллиардов тенге, так называемые топовые объекты. Общее количество в комплексном плане приватизации на 2016-2020 год составляет 68 организаций, в том числе 14 объектов республиканской собственности. По топовым компаниям для открытой и конкурентной продажи и определения справедливой рыночной стоимости будут привлечены независимые консультанты. Реализация отдельных компаний будет осуществляться в соответствии с стратегическим инвестором или путем вывода на фондовый рынок. Продажа некоторых объектов будет сопровождаться обязательствами, которые предусмотрены в нашем законодательстве. Это объем, виды и сроки инвестиций в объекты приватизации, которые инвестор должен нам предоставить, обеспечение определенного уровня объема производства, номенклатура выпускаемой продукции или оказываемых услуг,
проведение природоохранных мероприятий, сохранение профилей деятельности, сохранение или создание новых рабочих мест, обеспечение менее 2/3 от штатной численности работниками, являющими гражданами Республики Казахстан, сохранение существующего порядка и условий использования объектов производственной и социальной инфраструктуры, погашение кредиторской задолженности, погашение задолженности по зарплате и ограничение на совершение сделки в части определенного периода времени. На начало хотелось бы отметить, что в соответствии с поручением главы государства для ускоренного завершения приватизации до конца 2018 года нами был осуществлен анализ возможного ускорения реализации по каждому объекту в целях выставления их продажи в текущем году. Тем самым не менее 80% из оставшихся объектов были перенесены на текущий год. Период утверждены графики выставления на продажу, разработаны и утверждены дорожные карты по каждому объекту. Дорожные карты по каждому объекту размещены на веб-портале реестра госимущества. В результате 131 объект из 2019 по 2020 годов перенесены на 2017-2018 годы. Кроме того, по результатам инвентаризации, проведенной подведомственных организаций, министерств и ведомств, были включены дополнительно 103 объекта. В итоге в 2017 году предполагается реализовать 493 объекта, в 2018 – 102 объекта. Реализация 17 крупнейших компаний «Самрук Казны» планируется 2019-2020 годы, из них 8 в рамках IPO. В текущем году уже выставлено 137 объектов, из них реализовано 40 объектов на 5,4 миллиарда тенге. 93 объекта находятся на стадии ликвидации и реорганизации, на торгах находится 97 объектов. Кроме того, до конца июня будет выставлено 14 объектов, в июле еще дополнительно выставлятся 50 объектов. Дорожные карты размещены в госреестре, содержат пошаговые мероприятия по каждому объекту указанием даты выставления на продажу. Они включают в себя все виды деятельности компании, основных финансовых показателей за 5 лет и о плане мероприятий по приватизации с указанием даты выставления на торги. Их размещение на веб-портале госреестра обеспечит гласность и прозрачность, способствует эффективности при проведении процесса приватизации. Кроме того, в целях успешной реализации нами создана удобная для всех пользователей единая информационная база по объектам второй волны приватизации по принципу одного окна, включающаяся всю информацию об объектах, единые правила продажи. База данных продавцов регулярно актуализируется для обеспечения мониторинга исполнения дорожной карты. У нас внедрен онлайн-режим электронной системы мониторинга, где мы на постоянной основе ведем мониторинг на текущую дату. Хотелось бы отметить, что более подробно по информационной системе сейчас Оспанов кратко вам доложит. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Берик Шолпанкулович. И следующее слово представляется Жанаслы Багалиевич, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, хотелось бы отметить, что вот в рамках второй волны приватизации были системно решены вопросы по доступности и прозрачности торгов через электронную торговую площадку. Где можно найти информацию? Можно будет 8-й слайд? 7-й слайд, наверное, предыдущий. Это вот мы представили информацию, то есть веб-сайт Фонда национального благосостояния «Самрук Казана» privatization.sk.kz. Все объекты, которые выставляются на торги «Самруком Казана» и ее дочерними внучатыми компаниями, она как раз-таки на этом сайте отображается. Есть веб-сайт еще «Казахинвеста», invest.gov.kz. Там информация продублирована для, так скажем, в основном для иностранных, так скажем, инвесторов. Представляется информация на английском языке. И наш основной сайт, так скажем, наше основное окно, через которое все пользователи могут не только просмотреть информацию, но и участвовать в торгах, это веб-портал реестра госимущества госреестр.kz. То есть я хотел бы отметить, что участие в торгах достаточно простое. Вот на следующих слайдах это веб-портал реестра госимущества. У нас наверху вот указано, продано столько-то активов, посмотреть статистику, и можно сразу провалиться в те объекты, которые сейчас выставляются на торги. Следующий слайд. Это как бы участие в торгах, что необходимо сделать каждому из участников. Мы вкратце прописали
Следующий слайд можно будет? И здесь вот вторая волна приватизации, как бы в режиме онлайн, сразу же по итогам торгов, по итогам внесения информации продавцами в базу данных формируется статистика. То есть всего объекта выставлены на торгах, проданы, сразу же указывается цена продажи, какие объекты находятся на предпродажной подготовке и какие объекты были исключены. Так вот, если по республиканской собственности нажать на кнопку 4, то есть вот 4 объекта на торгах, можно провалиться, следующее, это, скажем, выставленные на торги объекты. И вот по каждому из объектов указывается, когда будут торги назначены, когда было опубликовано извещение, и сразу можно открыть в отдельной, так скажем, вкладке информацию о продаваемом объекте. Вот следующий слайд. То есть здесь фотография объекта, стартовая цена, когда состоится гарантийный взнос, и нажимает кнопку «Подать заявку». То есть буквально в 2-3 клика можно попасть на электронную торговую площадку, подать заявку на участие в торгах. Если пользователь зарегистрирован в системе, он с использованием ЭЦП авторизуется в системе. Если он не зарегистрирован, то вот есть как раз-таки сразу, если вы не авторизованы, то необходимо зарегистрироваться. Регистрация достаточно простая, производится самостоятельно через электронную цифровую подпись. Как только человек зарегистрировался, при подаче заявки сразу же у него, так скажем, выходит окно «Оплатить гарантийный взнос в режиме онлайн». То есть не надо никуда ходить ни в банк второго уровня, никуда, так скажем, не надо никаких бумажек, документов, уставов собирать. Все делается, так скажем, в этой информационной системе, которая интегрирована с госбазами данных. Ну и вот последний слайд. Это вот как раз-таки мониторинг исполнения плана мероприятий. То есть если раньше правительство утверждало комплексный план приватизации и просто была, так скажем, был указан перечень объектов, которые должны быть проданы до 2020 года, то сейчас по каждому объекту реализована дорожная карта. То есть по каждому конкретному объекту можно будет посмотреть, в какой стадии он находится подготовительных мероприятий. То есть проводится оценка, определяется его стартовая цена, проводится ли комиссия, объявлены торги. То есть сейчас эта информация прозрачна. То есть инвесторы могут заранее по тем интересующим их объектам посмотреть информацию в режиме онлайн. Большое спасибо. Спасибо большое, Жанна Слабигалиевич. И мы переходим ко второй части пресс-конференции. Уважаемые журналисты, ваши вопросы. Пожалуйста, Казинформ. Добрый день, Лаура Амантаева, Казинформ. У меня несколько вопросов к вам, Берик Шолпанкулович. Сколько топовых объектов планируется выставить в этом году? Какие это объекты и вообще какой интерес они вызывают? И следующий вопрос. У многих граждан волнуют вопросы, связанные сейчас с рабочими местами и заработной платой в приватизируемых организациях. Что скажете вот именно по этому поводу? Спасибо. Ну, по первому вопросу хотелось бы отметить, что в этом году планируется продажа 31 топовых объектов. Из них объектов республиканской собственности их 6, квазигосударственного сектора 25. Если точнее, 18 из них принадлежат объекты Самрук-Казне. И хотелось бы отметить, уже 3 объекта в текущем году были проданы. В целом интерес на сегодняшний день по топовым объектам проявляется инвесторами. Конечно же, само название топовых объектов, это объекты имеют стоимость свыше 5 миллиардов тенге, поэтому они нацелены на стратегических инвесторов. По второму вопросу хотелось бы отметить, это очень важный аспект, это социального характера, где хотелось бы отметить, что в соответствии с действующим законодательством смена собственника не несет за собой в части того, что обязательно должно быть внесены, проведены сокращения или ущемлены интересы трудящихся. Но хотелось бы отметить, что я в докладе отмечал, что все объекты с большим количеством непосредственно работающих на данных объекте будут продаваться с условием сохранения рабочих мест и плюс еще открытие новых рабочих мест. То есть такие требования при приватизации мы будем выставлять для инвесторов. Благодарим за ответ. Также, Берик Шолпанкулович, позвольте задать вопрос. Президент каждый раз, говоря про приватизацию, дает поручение проводить продажи открыто, конкурентно и по справедливой рыночной стоимости. Как эти поручения приводятся в жизнь?
целом хотелось бы отметить, вот, анализируя критику в адрес процесса приватизации, мы хотели выстроить наш доклад, чтобы ответить на вашу критику, появляемую в прессе и на всех площадках. И здесь хотелось бы отметить, что уполномоченным органам создана электронная информационная система по принципу единого одного окна, где непосредственно как участники, покупатели, продавцы и интересующие могут найти необходимую информацию по любому объекту. По каждому объекту утверждена дорожная карта, и в случае проявления интереса к какому-либо объекту инвестор или покупатель может проследить путь прохождения по дорожной карте по данному объекту, какие решения, на какой стадии и, самое главное, когда будут объявлены торги. Помимо этого, за 15 дней до проведения торгов уполномоченный орган официально его оповещает через СМИ о проведении торгов. К тому же хотелось бы отметить, что все на сегодняшний день процедуры проведения тендеров по приватизации, они тоже в электронном виде сделано и осуществляется через систему, через единый веб-портал продажи государственных объектов. Хотелось бы отметить, вот мы на слайде отразили непосредственно требования к покупателю. Если у покупателя проявляется интерес, он уже более доступны инфографики, ему поясняют, как он может принять участие при покупке того или иного объекта, интересующего для него. Спасибо большое, Берик Шолпанкулович. И также вопрос к представителю Министерства национальной экономики Илона Альбертовна. Такой вопрос. В настоящее время в стране проводятся масштабные структурные реформы, направленные на сокращение доли участия государства в экономике. Как вы можете прокомментировать эту работу, которая проводится в стране? Да, конечно, как вы правильно отметили, сегодня одной из важнейших структурных реформ, которые проводятся сейчас правительством, это сокращение участия государства в экономике. До стран уровня, до стран ОЭСР 15% от ВВП. Сегодня по итогам 2014 года участие государства в экономике по итогам 2014 года составляло 21,1%, по итогам 2015 года 19,1%. Эта доля определена как соотношение валовой добавленной стоимости к ВВП. В целом ожидается, что к 2020 году частный сектор будет главным генератором роста экономики страны. И одним из основных методов, конечно, это приватизация. По приватизации, в принципе, уже сказали мои коллеги. А по дальнейшим структурным реформам могу сказать то, что по сокращению части государства в экономике, это реформирование структуры государственной собственности. В ходе проведенной в конце 2016 года инвентаризации государственных подведомственных организаций были рассмотрены 7127 организаций, из них было предложено дополнительно 137 объектов передать в конкурентную среду, в том числе 35 объектов, которые были выявлены в результате анализа товарных рынков. 243 организации предлагается реорганизовать, ликвидировать и 383 организовать. И после реализации комплексного плана мы планируем провести систематизацию государственных юридических лиц на коммерчески ориентированные и коммерчески неориентированные. Коммерчески ориентированным государственное имущество будет предоставляться на праве хозяйственного ведения, коммерчески неориентированным на праве оперативного управления. По итогам данной реформы также ожидается значительное сокращение количества субъектов квазигосударственного сектора. Порядка 4500 организаций. И третье, конечно, это реализация желтых страниц. Третье направление сокращения части государства экономики – это реализация желтых страниц. Там, где государство должно участвовать, в каких случаях государство должно участвовать, определено в предпринимательском кодексе. Этих случаев 5. Это отсутствие иной возможности обеспечения национальной безопасности, обороноспособности государства или защиты интересов общества, использование и содержание стратегических объектов, находящихся в госсобственности, осуществление деятельности в сферах, отнесенных к государственной монополии, отсутствие на соответствующем товарном рынке субъектов частного предпринимательства, осуществляющего производство и реализацию аналогичного или взаимозаменяемого товара, если это прямо предусмотрено в законах, указах и так далее. У государства должны остаться активы, которые формируют государство,
формирует государством взятые на себя обязательства по выполнению социальных гарантий, обеспечению национальной безопасности, обороноспособности государства и защиты интересов общества. Также антимонопольный орган на ежегодной основе проводит анализ товарных рынков на предмет развития конкуренции в той или иной сфере. По результатам этой работы активы, которые были выявлены, они подлежат приватизации. Также правительством определены виды деятельности, которые могут выполнять организации с государственным участием, где государству принадлежит 50 и более процентов акций и аффилированным с ними лицам. В целом, кратко о реформах, которые направлены. Спасибо большое, Илона Альбертовна. Уважаемые журналисты, будут ли еще вопросы спикера? Пожалуйста. Александр Васова, «Казахстанская правда». Сколько ожидается поступления от приватизации? И учитывая, что все приватизированные компании были созданы за государственные средства, хотелось бы узнать, куда будут направлены полученные от приватизации деньги. Спасибо за вопрос, можно я отвечу. Глава государства 10 февраля 2016 года на расширенном заседании правительства поставил задачу, чтобы все средства от приватизации направлялись в национальный фонд. Ожидаемый доход от приватизации государственной собственности и собственности квазигосударственного сектора составит порядка 4-7 миллиардов долларов, и поступление зависит от итогов торгов, конечно. Инвесторы в основном выражают интерес к 47 объектам Самрук-Казына. Из них 7 объектов будет продано на IPO и SPO. В зависимости от принятых решений по стратегии IPO крупных компаний, размер ожидаемых поступлений от IPO может составить от 3,5 миллиарда долларов до 5,5 миллиардов. Для реализации этого поручения сейчас в рамках законопроекта о местном самоуправлении в стенах парламента вносятся изменения в бюджетный кодекс и закон о государственном имуществе, который позволит реализовать это поручение. Спасибо. Благодарим за ответ. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, мы на этом завершаем работу пресс-конференции. Спасибо, что пришли. До новых встреч. До свидания.